почему надпись закрывается? Ну что ж ты, Даша, ну ты кот на луне ядрит, ты надписью все закрыла. Балда. Балда. Ладно, маг это мейнстрим. Берем мага. Ну давайте попробуем гиганта, может, раскрутить. Может, сработает. Может получиться. Привет, привет. Ну, пусть будет дракон, ладно. Опять секретчик. Ну, возьмем, понадеемся на лучшее. Сколько у нас механизмов? Один. Один это мало, придется корову брать. Ага, у меня есть драконов. Раз дракон у меня. Два дракон. Три дракон. Короче, драконы есть. Это говно, конечно. Еще под дракона как-то. Так, друзья, мне нужен секрет. Секреты в флеймстрайке. Ну, секреты в флеймстрайке, чего непонятного? Блин. Блин. Секрет, ну я взял секретчика. Ну что за дерьмо? Ну я взял секретчика. Вапорайз. Ну ладно, пусть будет лучше. Лучше, чем ничего. Нет флеймстрайков. Микрофон фанит. Нет, стиралка достирывает, но она скоро закончит. Хорошее платье линканул Наполеон. Так, все, включайте сабмод. Все, пошла какая-то хуйня в чате. Крекер брошь 6 месяцев подряд. Спасибо, Крекер. Привет. Куни 5. Я такой же осел, как и вы, сэр. Байметал такой же осел. Ну, я-то не осел. Он меня обижает. Сам ты осел. Спасибо за подписку, Байметал. Две классные тройки у нас. Да, Наполеон классное платье линканул. Вот прям вот. Надо внимательно рассмотреть платье. Хорошее платье. Цвет такой. Кто-нибудь пикал на арене две леги? Я и три пикал. Три пикал. Все, взлетаем, ребят, взлетаем, взлетаем, взлетаем. Здравствуйте, Роман. Слушайте внимательно. Роман. Ха-ха, вы это слышали? Здравствуй, Фейл. Да, ребята, появилась такая новая штуковина. Озвучка голосом смс-ок. Теперь должно быть еще круче. Умоляю, только без крышечек и подчеркиваний. Все сюда. Надо такую же доску купить. Из меня примерно такой же рисователь. Примерно как Трамп. Здравствуйте, Фейл. Иман, ты заценил, да? Твой бот с ума сошел. Банит ни в чем не повинных субов. Взлетаем, взлетаем, взлетаем. Вторая попытка. Со второй попытки осилил. Здравствуй, Тетенкоп. Hi.
Taste my steel? No. Taste my skill? Yep. Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? В левом! А вот и не угадал. У меня жужжит в обоих ухах. Решил постираться? Ну да, я иногда это постируюсь. Уже ходил. А зачем я это сделал? Потому что я дебил. Ну чё, ждем? А где это? Где текст? Где звук? То ли я не слышу из-за машинки, то ли какая-то защита стоит от крышечек и подчеркивает ей. Ха-ха-ха-ха! Крышечка люб. Ой. Ой. Да, прогревает турбину. Моя турбина уже весьма прогрета, ребята. Защита стоит. Ну прекрасно. Вот так тебе, проклятая крышечка. А что сообщение исчезает? Может, оно просто повисло? Сообщение не исчезает, ребята. Может, такие большие сообщения вешают? Все, ребята, кажется, мы приземлились в аэропорту Санкт-Петербурга. Температура за бортом минус 40 градусов. Да не, не моюсь. Как мог его подумать? Олегер подписался 3 месяца подряд. Спасибо, Олегер, за подписку. Олегер. Олегер, Олегер, Олегер. Все, слава богу, приземлились, и это закончилось. Привет, говорит. Ну, здравствуй. Кларла украбала. Кларла закарабалировала, рабалажва. Ужас какой. Слушай, а довольно бодро говорит тетка, да? Довольно быстро, мне нравится. Интересно, а можно там какие-нибудь голоса разные построить? Другой поставить, другой голос женский или, может быть, даже мужской? А можно ли там голос какого-нибудь другого стримера поставить? Your soul shall be mine. Вот видите, как много значит крутой старт с чуваком с Огром 4-4 и с 3-5 с существом. Вот так вот. Эльфу Дивино. Божественный эльф. Вовсе не поездец. Когда там статистика, ММ. ММ. Поездец, надо место найти. Надо найти место для статистики. Ну куда ее пихнуть тут? Я не знаю куда.
Спасибо, пиздец. Довольно быстро, должен сказать, произносит она это все. Бодрячком. Голос Боярского? Отличная идея. Когда там уже статистика, ММ! Тысяча ММов! Ранги будешь сегодня? Да, поиграем. Когда, если будешь? Ну, не знаю, может после этой арены. Однажды играли в карты у коногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие в рассеянности. Сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился. Попробуем взять на пон. Спасибо, капитан Очевидность. Роман, гол автопик. Сегодня мы не будем пикать какашек. Купи кипу автопик, автопик кипа, купи кипа пуха. Кипа пуха, купи азаза, кек. Скороговорон выговорил, что все скороговорки не перескороговоришь, не выскороговоришь. Позже убедился, что все скороговорки выговоришь, да перевыговоришь. И прыгают скороговорки, как караси на сковородке. Какая же прикольная штука. Как жаль, что раньше не было. Босиком по асфальту убежать, спотыкаясь о мысли, я не хочу вспоминать эти споры. Давай оставим за стенами ссоры, когда за окнами дождь. Когда я знаю, что ты не придешь, когда летит мое сердце в огонь, когда в руках моих старый альбом. Где мы с тобою, помнишь, бежали по крышам. Это ж какая-то песня, да? Это какая-то песня. А что за песня такая? Может, это группа Краски какая-нибудь? Нет! Ладно, все равно этого не спасет. Очень прикольная штука. Меня жутко прет. Не знаю, как вас, а меня очень прет. По поводу автопика я подумаю. Я не хочу слишком часто автопикать, потому что что-то старею я. Босиком по асфальту бежать, спотыкаясь о мысли. Или это Максим? Но ты уже взрослый. У нас в квартире другие пластинки. Ой. Ой, вей. Неприятный тип, да? Да. Че, меняться будем, нет? Не будем. Слышите ветер? Это ветер. Гном, почему я не могу научиться играть фейсхантом? А ты недостаточно дебил, Тайрос. Недостаточно дебил. Тебе нужно в туту больше поиграть. И физрука посмотреть. Тогда сразу фейсхант пойдет. Скиллуха сразу. Вот тут сейчас сразу все придет. Я вот достаточно дебил, я могу играть с фейсхантом. Ну что, меня в лицо что ли хочет мудохать? А вдруг у меня флеймстрайк? Ну и что у меня нет в деке? Сейчас спаю. Заткнитесь. Черт, у меня кажется 8 хп. Ничего не могу с пантерой сделать. Так, а сколько у нас влетал? 3, 5, 6. Ай, мама, е-е-е. Блин, ну у меня сейчас отмудохает, если четверочку добавят. Где же наши стенки? Так мы там хорошо играли, а? И так проиграли.
Жили-были три китайца, якцы, драк, дрони. Жили-были три китайки, цыпа, дрипа, лимпумпони. Вот они переженились. Як на цыпе, дрони на цыпе, дрипе, лимпумпони. Окей. Я учту это. Учтем-с. Мистер Гринч подписался. Спасибо за подписку, мистер Гринч. Кстати, тетка очень бодро выговаривает, да? Вы не находите? Очень бодро. Ей бы рэп читать. Я такой же осел, как и вы, сэр! Дракона нет. Готовься. Я готов, мистер Гринч. Готов к труду и обороне. О, дракон. Прекрасно. Прелестно. Ладно, ты за это поплатишься. Дерзкий хмырь. Та самая ночь и тот самый взгляд, те самые люди рядом со мной, наши сердца все так же горят, все так же пылают, дышит любовью, а музыка бум-бум-бум бумерангом звенят, ты целуешь меня, музыка бум-бум-бум бумерангом по клубу, ты целуешь меня. А, заткнитесь, пожалуйста. Давай, дружок, постреляй немножко, у меня 6-4 для тебя. Тыц-тыц, бумеран, бум-бум, тыц-тыц. А, нет, он раскидывает руку. Нет. Козлина, да? Но у него не осталось на пинг. Это из хороших новостей. Да, неприятно такая собака. Безумие какое-то. На-на-на-на-на-на-на-на. Танцуют звезды и луна. А ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Давай пойдем с тобой туда. Пук-пук. Пук-пук. Нет! Блин. Неловко-то как вышло, да? Пук-пук некоторый случился с нами, ребята. Пук-пук, знаете ли. Ну что, там флеймстрайк есть, нет? Не знает, может и есть. Страшно. А может и нет. Пук-пук. Опять зависло? Да, похоже, софтина виснет, если ее вот так вот перегружать одинаковыми символами. Надо будет сообщить разработчику. Повисло, ребята. Давайте, ладно, раз вешается, не пишите такие вот повторяющиеся символы. Это Donational Errors, ребята. Под стримом внизу там самом есть ссылка и еще в чате проскакивает. Там еще Зелеп шуточку прислал, да еще и матерную, фу-фу-фу. И пим, вилку в глаз или в жопу раз. Я подумаю над твоим вопросом и как что-то надумаю, сообщу тебе.
Мой человек позвонит твоему человеку. Вилку в глаз или в жопу раз. Фейсхантом раз или вилку в глаз. А Б, в ГД ее же за и краткая КЛМ, МН, АП, ТВФ, ХЦ, чешещие, твердые знак и мягкие знак линия. Не, ну она неправильно как-то произносит. На память. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И краткая КЛМ, МН, ОП, РС, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак И, мягкий знак Э, Ю, Я. По-моему, я лучше произнес. Ну, по райсфуке. Блин, Алекс, мне кресло порвало уже. И задрало кресло, ребята, представляете? Скоро буду новое, наверное, покупать. Что делать, если я аутист? Атеист? Аметист? Спасибо, Ред Варкат, за твое содержательное сообщение. А мистер Вопрос все женщинам линкует. Все, все женщинам линкует. Никак не уймется этот мистер Вопрос. Привет, Даш, привет. Слушай, у нас сегодня такая развлекуха. Ого, нихера себе. Так, хила у нас нет. Стенка всего одна. Нужно быть очень аккуратным. Потом мы так приедем, конечно. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни... Девка без руки, какого хрена? Что же делать, я влюбился в девку без руки. Свежий бинт прижимает обрубок к груди, он снова кровоточит, девка без руки. А почему я говорю как робот? Потому что ты наркоман! I take you to the candy shop, I let you lick the lollipop. Bullhead girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. I take you to the candy shop. Bullanty stop what I got, I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Ох. Ох, друзья. Хей, Роман, почему таблетки белые? Потому что они работают. Хей, капа-капа, хей, капа-капа, хей. Ну да, трубка защитится как-то. Один с хп, ребят, что делать? Что это за в лицо гейминг такой? Мне не нравится. В чем же разница между крышечкой и крышечкой? А, ну теперь понятно. Добуди, добудай. Аблю, добуди, добудай. Добуди, добудай. Мне кажется, я просто не успею запинать, у меня обилка застреляет. Вот пидор гнойный, а? Вот пидор гнойный. Попробуем. Упс. Блин.
Ну все, на свечку отлетал. Айо, Ака, вот вам два колпака. Чтоб наверняка больше кофе, меньше молота. Это гуфако. Меньше вальса, больше колпака. Я все реже по музеям и все чаще по кабакам. Наша страна широка, моя походка легка. ЕКБ, МСК, не путай берега. Не очень мак идет. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. И потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто. Речисто. Лигурийский регулировщик протокол протоколом запротоколировали. Как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речиста. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол протокол протоколом запротоколировали, как интервьюер я не могу осилить. Сложное слово какое-то. Ну, вроде ничего. Мой чат перестал признавать сабов. Какой мой чат? Я между Найтбот, что ли? Не, слушай, а по-моему, мне неплохо получилось, да? Давайте еще скороговорок. Айо, Ака, вот вам два колпака, чтобы наверняка больше кофе, меньше молока. Это гуфака, меньше вальса, больше колпака. Я все реже по музеям, все чаще по кабакам. Наша страна широка, мне моя походка легка. ЕКБ, МСК, не путай берега. Йо, Жопа, ноги, голова и в атаке, так всегда мое имя не кирпича, да, стим я забить, дядя. Пента, ёпта, вот это тещи, этот пацан творит. Пента, ёпта, вообще крушила май, никого не замечай, пен, вот это из жопа, ноги, голова и в атаке, так всегда мое имя не кирпича, да, стим я заебись. Когда стрим начался? Стрим начался около часа назад. Гном, разбань, пожалуйста. Давай. Гном, разбань меня, пожалуйста. А теперь шутечка. Жена прапорщика пожаловалась мужу, что за день ни разу не присела. Прапорщик Баян. С радостью заставил жену присесть 200 раз. А-за-за-за-за-за-за-за-за. Жуткий Баян. Привет, Даша, как ты относишься к бибазаврам? Даша? Что-то маг не взлетел. Можно узнать, когда стрим начался. Давайте аптайм. 47 минут идет стрим. Так, ну ладно. Есть ли у тебя друг Сайленс? Там есть дракон. Привет, Бен. Да, действительно, чат действительно перестал распознавать подписчиков. Верно. Все неверно, в смысле. Гаскон подписался. Здравствуй, Гаскон. Спасибо за подписку. Фаина, она не тащит, это песня группы Нана. Там Фаина. Комалиди, юма баттерфляй, шуга бэби. Come, my lady, you're my butterfly, sugar lady. Привет, Гасконец. Обменял уж на подписку. За 9 кью продал ее. Бог стал сонми богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте. Угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, восстань. Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Боже, проповеди у меня на стриме. Вот оно, будущее наступило. Проповеди на стриме. А говорят, церковь не идет ногу со временем. Нихуя себе, нихуя себе. Вот смотрю на них и действительно охуительно.
Платная прога, нет? Не, ну там какой-то процент, да, берут создатели, но он... Так, приемлемо. Блин, это была моя надежда. Вся моя надежда была на это существо. Как он посмел? Я думаю, в Твиче какое-то изменение IP произошло теперь подписчиков. Да блин, третий фаербол мне кидает. Совсем-то охуел, что ли. Третий фаербол. Чувак. Ебаный, блядь, Близзи, блядь, полтора года. Все на арене в порядке? Баланс, блядь. Не надо, блядь, флеймстрайк чинить. Не надо много маты, ребята, не надо. Новые карты выпустим. Флеймстрайки уйдут с арены, редкая будет карта, все будет, пидорасы, блядь. Не надо много материться, это не круто. Это чуть-чуть совсем, самую малость. В субботу был фановый турнир? В субботу был фановый турнир, если да, то кто победил? В субботу был фановый турнир, победил Сецер, я ему в финале проиграл. Я потом пересмотрел партию, и если бы сыграл иначе, я мог выиграть. Ну, я сыграл не иначе и проиграл. Сложно там было предсказать, слишком много рандома. То есть, если бы я знал, что произойдет, я мог поступить иначе и победить, но... Но! Не поступил! И не победил! Выключи свое сознание, я не прошу понимания, сколько мы раз убеждались, падали, но поднимались. Знаешь, нам нужно расстаться, проще уйти, чем остаться, сколько мы раз убеждались, падали, но поднимались. Только теперь я понял, почему Форсен стремит бухой. У него это говорилка за 2 бакса не замолкает часами. А чё, бухой нормально? Что делать, если нет подписона, а подписы элитой хочется быть Ирваду? Нет подписона, хочется быть подписой элитой, но даже не знаю, что тебе сказать. Если нет подписона, хочется быть, мне кажется, стоит подписаться. Я, конечно, не специалист в таких вещах. Сижу без карт, потому что 1-3 чувака овценул, козел. 3 фаербола, саф, разболт. Вовочку на уроке зоологии учитель спрашивает, определи по яйцу название птицы. Не знаю, а это, не знаю, а это, да не знаю я. Безобразно плохо, мальчик, как твоя фамилия, сдергивает трусы, определи по яйцам. Сдергивает трусы. Бухает трусы. Да, конечно. Эрон-дон-дон, таран-дон-дон-дон, эрон-дон-дон-дон, таран-дон-дон-дон, эрон-дон-дон, таран-дон-дон, эрон-дон-дон-дон, таран-дон-дон-дон. О-о-о-о, крейзис шнайт дыхаке, вэйлуан, е-е, ауэ, шага-шаг, шага-шазиуан, май тайм. Гет-лу, 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 ю-ю-ю, гиндов, вэ-вэ-вэ-ю-ю. Да уже даже роскошная женщина от мистера вопроса не так вставляет. Страх он выходит в город, все в его руках, крах его врагам неизбежен с тобой, красотка он будет. Ласков и нежен жизнь на улицах, как котлейки пит, когда свой рёб читает миссии Грандмастер Бит. Грандмастер Бит. Две овцы, 3 фаербола, фростболт. Это мне начали перечислять то, что вы тут наговорили мне тут все. Да, неплохо, да. Привет, Асмодей. На стриме творится какое-то мракобесие. Смотри, как я топ-декаю, как топ-декер. Taste my steel? Yes. Taste my skill? Nope. Я сочиняю роман, роман всей моей жизни, хорошего настроения. Стрими, кайфуй, Уалася. Итак. А БТДЕ тест платин. Он нам показал 2 флеймстрайка, фростбол, 3 фаербола, 2 овцы.
Привет, Нум, держи песенку All I Wanna Do This Tish Take Your Money, крышечка, нижнее подчеркивание. Давайте проверим. Крышечка, нижнее подчеркивание. Я чувствую, надо увеличить порог, да? А то слишком дешево херота стоит в чате. Крышечка, нижнее подчеркивание. Я подарю тебе новую крышечку от аппарата Зенит. Мне все равно не нужна нафиг, пока у тебя полежит. Крышечка, собака. Все. Я победил. Интересно, дальше пойдет? FFFF фристайл орака марка фанстрей. Брночек рамадом ракамака фон фри 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 фристайл омрака мака фанрика фристайла. Там пара сообщений пропали. Музыка тебе мешала, на YouTube нечего заливать. Ну, в общем-то, да, Капитан Очевидность. Действительно, музыка мешала, потому что на YouTube нечего заливать. Я, правда, не уверен, что теперь найдется что заливать. Но мы будем надеяться на лучшее. Привет, Гном и чат. Мистер Вопрос. Больше девушек. Луканка, я люблю тебя. Ты тоже, да? Да, обидно, что пару сообщений пропали. Там пистолента. Человек с ником Хапа написал, что на горе береза под березой дуб. Но японская разведка не найдет меня в шкафу. Окей. Привет, Ас. Вчерашний турнир все в порядке, я прошел дальше. Собака. Да вряд Луканка, все, она никого не любит. Она любит только себя. Да, это такая же, ну, скороговорка глазичная. Три свис свич бичес, вич вишет туби свичет, свис свич бичес, watch три свис, короче, я не осилю это. СВГПФ подписался. Спасибо за подписку, СВГПФ. СВГПФ. Я смогу работать диктором через пару дней. Интересно. Интересно, девки пляшут. Но тут у меня Валуев, карта меняется на две. Мы секретчика разменяли на две карты, дракона разменяли на две карты, паладин там летит по картам только в путь. Здесь первое сражение, здесь корабли крушение, здесь дьяволу служение, дорога в ад. Здесь по морям с китайцами первый раз сражаются, да, только так рождающий новый пират. Припев, я стал новым пиратом, где же ты мой фрегат? Все, что мне в жизни надо взять, от жизни я рад. И Лена две карты. Мне очень нравятся вот эти песни, поговорки. Только давайте без крышечек и без мата. Луканка, я не рандомный чувак, я мистический и ужасный крош, хранитель царства смешариков. И я люблю тебя. Слово, ну, наверное, не сутку, наверное, надо, не знаю, ну, хотя бы, не знаю, 30-50 сделать. А то что-то за двадцатку...
Ну, если будет еще много трэша, наверное, подорожает. Скоро гроба подорожают. У нас дракон есть? Есть у нас дракон. Он, наверное, пока не очень-то и нужен. Я стал новым пиратом. Где же ты, мой фрегат? Люблю клекеры. Собака. Имен, я думаю, это произошло, потому что Twitch изменил API. Надо просто почитать новости от Твича. Мне так кажется, я, конечно, в этом нихера не специалист ни разу. Я бы поступил именно так. Обещаюсь подписаться, когда Сэдбуль наберет 99 подписчиков. А, хитрец, таких много очень. Каждый думает, что вот сейчас будет 99 человек, я буду сотым, а потом 99 наступает, и потом чел 10 соток сразу. Ишь ты. Ишь ты, ну хорошо, что не 9-9 хотя бы спер. Я стал новым фрегатом. Где же ты, мой пистолетов? Заткнулась тетка, а выдохлись пока, выдохлись, ребята. Ну ничего страшного, хорошо, немножко небольшая передышка нам не помешает. А то too much, по-моему. Стрим типа озвучивает? Неа. Это не какая-то отдельная софтина, которая озвучивает все, что засылают. Это вот конкретно Donation Alerts фишка. О, у меня еще такая карта есть в деке, оказывается. Где же ты был, когда мы против Ханта играли, друг? Ты мне очень был нужен. Может быть, даже выиграли бы. Я стал новым фрегатом. Never gonna jack you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell you to hate you. Флот Дру восстал из-за да все корабль, все в артстайла, минус артстайл, куранити убирает артстайла, гоблин интует, забрать надо хоть кого-то, в стенку ставит, ай-ой, какая хорошая стена у толстой скотины, копает сейчас они куроки, пытается что-то сделать, не убивает никого, оба сульфит. Спасибо за подписку, Джордан, добро пожаловать. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Это рельсы поезда, как я попал сюда? Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке. Жизнь снаружи, с изнанки сам. Попробуй изучить, для печали нет причин. Хорошая песня. Кстати, она довольно неплохо прочитала, да? Ну, относительно. Когда переехал, не помню. Наверное, был я бухой. Мой адрес не дом, не улица. Мой адрес сегодня такой. www.leningrad.spb.ru Когда тормозит меня мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно. Мой адрес сегодня такой. www.leningrad.spb.ru Ой, жесть.
Ну здравствуй, Мош боец. Я твой новый инструктор по Мош подготовке. Я научу тебя, как вести себя во время хардкор боя. Начнем с одежды. Обувь. Обувь должна быть качественной, удобной и легкой. Твоя единственная обувь — кроссовки Nike, Adidas, New Balance. Все остальное — факерская хуйня. Я ничего не понял, ну ладно. Я люблю тебя, Дэнуэм. Ау ю тач май травл эм эм май дин дин донгла. Ау ю тач май травл эм эм май дин дин донгла. Ла 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 май дин дин дон. Без вебки меня смотрел? Когда я стримил без вебки, я там что-то не под прожектор Парисхил там стримил. Так, ну все, еще немножко и Molten Giant придет на дело. Надо, я думаю, сегодня первый последний день, когда двадцатка стоит от порог. Потому что слишком много спама, надо немножко избавиться от спама. Dude, I wanna take you to Zuggy Bar. Ну, ладно, пойдем. Карлу Клару украл фрегат, yesterday, all my troubles seem so far away, now it looks as though they're here to stay, oh, I believe in yesterday. А, мне великан все-таки спер. Ты помнишь времена, когда я еще не стримил, да не было таких времен, ты все лжешь. Ну, не, просто отвлекли. Нет-нет, умоляю, только не крышечки, не надо крышечек. Собака, кстати, прикольная, собака очень классная, мне понравилась, крышечка нет. А уж нижнее подчеркивание, так вообще. Освещение такое ли шкаф сменил? Да, я регулярно меняю шкаф. Меня регулярно спрашивают, каждые два дня спрашивают, что шкаф сменил? Да, каждые два дня новый шкаф. Мне нравится менять шкафы. Я шкафовый извращенец. Этот шкаф мне надоел, надо новый, думаю. Давай! Посевилья, давай, новый шкаф, давай! Как погодка в Питере, у нас холодно, у нас утром был дождь, а сейчас просто ветер и холодно. Но мне даже нравится после Сочи самое то, потому что что-то там жара такая. Ох, Багирка, какие вещи-то помнит, а? Ну а ты и мерзкий ШП не умела, да? Промокей не вернется? Вернется со временем, Даша. Да, кто-то коллекционирует деньги старинные, а я хочу современные. С этим кончать. Будем с этим кончать. Ну, почему жестоко так порой любовь, что за нее должна пролиться чья-то кровь? Ну, почему мы не за совесть, не за страх, готовы жить, сгорая прах, игрушкой став в чужих руках? Ну, почему нас жизнь не учит ничему? Ну, почему жить невозможно тому? Ну, почему, ну почему? Ой, плохая карта. Очень плохая карта. Надо с ней как-то бороться. Наконец-то, друзья. Все вопросы решены.
Почему? Жестоко так, порой любовь. Одно сообщение один биткоин, что-то дороговато. Я подумаю, как у нас назначить цену, чтобы было нормально по фэншую. Не очень страшно, я боялся какого-нибудь. Ой-ой-ой. Нормалды, друг. Опять волк. Да что ж такое? Да что ж такое-то, а? Что за дерьмо? Ладно, вся надежда на великане. Ну, я думаю, между 35 и 50. Подумаем. Ну, точно 20 слишком мало, потому что действительно много спама. Много спама, это не круто. Надо подумать. Ну, можно на самом деле пощупать просто. Разные варианты попробовать. Пощупать. Понимаете, пощупать. Мне нравится пощупать. А кому не нравится пощупать? Да, у меня потери темпа в деке нет, поэтому очень трудно. Такой темп развиваю, что не могу контролировать свой темп. Нет, не вчерашний дек, это уже новую собрали. Гном, я уже устала весь этот бред проговаривать. Эти собаки надоели. Все же подумай, дуба, мне плохо, не заставляй меня этот бред говорить. Хорошо, Google баба. Я тебя поцелую потом, если захочешь. Спасибо, Red Warcat. Твоим поцелуем я рад всегда. Ну, почти. Привет, Бимайн. Что пьешь? Я изначально пил чай, но как пошла вот эта дискотека, чаем было покончено. Что нам делать с этим джентльменом? Читали больше золота. Читали фантастику? В последнее время нет, немного, но в детстве читал фантастику прям запоем, почти все читал. Тысяча чертей. Помогает войти в образ не рюмочка другая, а женщина. Да именно женщина. Поджелудочное железо, мотор организма. Ее нужно периодически разминать водочку, как старую грузовую машину. Кто пьян, да умен, два угодья в нем. Я сейчас попробую вспомнить, откуда это. Роман, хорошего вечера и спасибо за стрим. По себе ставлю лайтовую крышечку. Крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка, крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка, крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка, крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка, я собака. Я прямо сейчас подниму, прямо сейчас. Прямо сейчас. Так. Пусть будет, не знаю, 40. Все, хватит двадцаток.
Слишком много капа собак. Теперь капа собака стоит с ракет. Надо, знаете, продвинуть такую Google Бабу, искусственный интеллект, который будет анализировать сообщения. Если сообщение крышечка капа собака, 100 рублей. Если какое-нибудь хорошее сообщение, там, какие-нибудь Жанна Фриске или еще что-нибудь, тогда 20 рублей. Когда уже до такой технологии дойдут? Я не знаю, что будет Ариан Крокодил с эти символы. Может, она повиснет и умрет. Ладно, пойду пока пивку уберу. Пейте без остановки напитки из черноголовки. Хорошая была реклама. Вау. Фак. Фак. Фак, шит, фак. Пельмехи или вареники с картошкой, что ты съел бы? Ну, мне больше нравятся вареники с творогом или с вишней. С картошкой тоже, в общем-то, ем, но не так. Не так ем, как вареники с творогом. Андрон 16062 подписался. Спасибо за подписку, Андрон 16062. Капа, крышечка, нижнее подчеркивание. Так, что там происходит, я не понял. Ёптить. Крышечка, раз, крышечка, два, крышечка, три. Зоолог, умри. Зоолог, в смысле, зоолог, что ли? Да, зоолог это зоолог. Что-то какой-то агрессивный паладин. Я ему мелкое говно, у меня мелкое говно. Я такой себе осел, как и вы, сэр! Андрон говорит, что такой же осел. Ну, посмотрим, посмотрим. Какая мерзость. О, Мавана, фу. Мавана, ты отвратителен. Джеришла я оторвала крышечка, нам чумачить чежина. А вот сейчас обидно было. Спасибо, Клайд ФС, за то, что ты там напожелал. Вот ты ее, ну, ты неприятный тип, чувак. А? Такой неприятный тип, прям вот слов нет, насколько ты неприятный тип. Ну хорошо, давай мы объясним чудесу крышечки. Здесь еще Жигулер стоял, они сейчас так постреляли. Там было написано «Сейчас». Пришла и оторвала крышечку нам чумачечая жена.
Привет, гном. Я извиняюсь за лишний спам, но в ВК до тебя не достучаться. Есть ли возможность купить у тебя рестрим? И если есть, то сколько это будет стоить? Постскриптум. Если инфа конфиденциальная, то добавь ВК Тайлер Дёрдён улыбка. Так, давайте по порядку. Во-первых, действительно, ВКонтакте меня настроено так, что я принимаю сообщения только от друзей. Это во-первых, если хочешь добавить меня в друзья, напиши мне приват на Твиче со ссылкой на свой ВКонтакте, я тебя добавлю. Это во-первых. Во-вторых, рестримы я не продаю. Рестримы исключительно добровольно и по любви тех, кто мне нравится. Вот. Собственно, это ответ на твой вопрос. Я никогда никого не рестримлю за деньги. Если я кого-то рестримлю, значит, чем-то мне приглянулся стрим. А как может мне приглянуться стрим? Так, ну что, добивать его будем? Будем. Как может приглянуться стрим? Ой, сейчас Consecration жирно зайдет, да? Витян подписался. Спасибо за подписку, Витян. Я такой же осел, как и вы, сэр. Консекрэйшна нет. Неужели? Ой, тоже великан. Ну да, хостить я это имел в виду. Хостить. Ага. Стенка. Они ставят стенку. Это тоже есть такой великан. Если я даю все, что есть... Не, он того не стоит, конечно. Был бы Consecration, он бы его дал в прошлый ход. Consecration там, соответственно, нет. А чё ссать, если Consecration нет? Он с места уже не будет, да? Да, Google Bob прикольно, кстати. Чё-то холодно. Я не понял, мы с 2-2 взяли 7 побед, да и обеспокоим страйков? Какие мы молодцы, да? Я думал, что совсем 3-3 сыграем, а тут тем временем 7 побед. Да нет, вот такой монг, ты не будешь жить с Google Бабой, с Google Бабой скорее будет жить Луканка. Во-первых, я уверен, Луканке нравится Google. А во-вторых, Луканке нравятся бабы. Спасем китов от вымирания висит ВКонтакте на стене 3000 лайков под картинкой, ну заебись, теперь китам. Ну да, это как... Самой распространенной формой гуманитарной помощи в 21 веке являются лайки. Витян, я тебе обещаю, что планы быть последним никогда не срабатывают. Но они срабатывают, но у кого-то одного. Так. Ну, ё-моё, я только хотел сказать, что надо не тот дек, не попадать. Да ёб твою мать, ну... Намели мы лениво, на лима ловили. И меняли на лима вы мне на линя. А любви не меняли, так мило молили. И в туманы лимана манили меня. Я сейчас вспомню, это секрет, это бит-квартет секрет. Божественная группа. Вот такие вот ребята. Они там... Намели мы лениво, на лима ловили, меняли на лима вы мне на линя, а любви не меняли, так мило молили, в туман и лимана манили меня. И чё ж ты за песня тут спорить, чё ж ты за песня? Я не помню, что за песня.
Блин, его пора истопить, ну что за пиздец, а? Крайняя, как хороший цитат прислал, спасибо им. Так, вместо того, чтобы на халявку, он так решил, да? Так. Обмажется деньгами? Ну, по двадцатке вряд ли. Вапорит еще пригодится. То, что он пригодится, я не спорю. Но мы должны понимаешь, получать на халяву. Мы должны получать его из деки, а не из руки. В этом вся суть секретчика. Из руки это понятно, что кого-нибудь да убьем. Кого-нибудь да убьем. Дерзкий хуй. На меня Зальтир обзор сделал, я знаменит. А где можно посмотреть? Я потом посмотрю обзор на себя. А как можно сделать обзор на человека? Я же человек, я же не вещь. Я же тебе не вещь, Зальтир! Как ты смел так со мной поступить? На тебе, мистер Тигрил. Голову! Да ёба! Как же у меня бомбит! Bring me steel? No. Bring me skill? Yes. Flame Strike бы ему показать сейчас. Ну конечно сюда! Ну куда же еще? Куда же еще, как не сюда? Дурацкая игра. Fucking shitty game for clowns. Clown fucking shitty game. Дерьмо с собой сейчас. Пусть дерево боится ставить. Бля. Что-то попахивает пососиками, вы не находите? Запарил. Надо фаербол кидать. Тут эту штуку надо мочить. Он там ссылку дал. Ну потом посмотрим. А, ну это не обзор, это просто турнир. Запах пососиков, да, запах пососиков. Запах свежих пососиков. Ну ничего, мы боремся, боремся. Не забыть украшения. Печенье рыбки, восковые рыбки, мусорные рыбки, грязевые рыбки, этиловобензоловые рыбки, лакричные рыбки, органические соединения в форме рыбок и осадочной породы в форме осадочных пород, ореховое масло, облитое карамелью в форме рыбок. Чего? Да, что-то друид меня задавил своим какишем. Навалил мне кучу говна, один флеймстрайк и нет его, но... Но нет, но да. Ладно, пойдем тиранку поиграем. О! О! Давайте немножко варим на мужиках, может на блок мы еще поиграем. Это рецепт тортика, печенье, рыбки.